Познаем мир с Верой и Фомой. Михаил Гаврилович, добрый день. Здрасте, привет, Алтайка. Ребята, здравствуйте, проходите. Михаил Гаврилович, а вы знаете, что сегодня праздник? Праздник? Какой? Религиозный. Погодите-ка, что-то я, видимо, плохо свой православный календарь смотрел. Не припоминаю. Нет, он не православный, а какой-то другой. Фома, ты не помнишь? Не-а, у нас соседи выше этажом все время что-то празднуют. Танцуют, музыка у них, шум, гости. Ах, вот в чем дело. Какой же религии они придерживаются? А они в этом, в духовном поиске. У них то одно, то другое. Вот мы по этому поводу хотели спросить. А почему вообще люди по разным религиям разделяются? И даже те, которые знают про Христа, все равно по-разному верят. Да, получается, они все ошибаются? Ох, непростой вопрос, ребята. На него хорошо ответил один батюшка. И что же он сказал? Бог, создавший небо и землю, один. Поэтому и религия, говорящая людям о Боге, должна была бы быть одна. Так оно и было в раю, когда Адам своими глазами видел Бога-творца. А потом? А потом Адам был изгнан из рая. Его дети Всевышнего уже не видели. Адам о нем рассказывал, но, по словам Адама, не все потомки могли себе Бога вообразить. Это я понимаю. Вот мама, когда какой-нибудь фильм пересказывает, я себе совсем по-другому все представляю. А потом сам фильм посмотрю, и не похоже вообще. Ну, и у меня так же. А тут про Бога. Ясное дело, каждый его себе по-своему представил. А некоторые, небось, вообще не поверили. Сказали, что Адам все выдумал. Наверняка. Но большинство со временем придумали себе своих богов попроще. Похожих на настоящего, но у которых требования не такие сложные. Доктор, но Бог же столько раз людям являлся. Даже говорил с некоторыми. С Моисеем, там, с Ноем. Ты прав. Бог во все времена открывал и открывает себя людям. Но, во-первых, не всем, а тем, кто хочет его познать и живет свято. А во-вторых, те, кто живет не по совести, все равно чувствует потребность в чем-то высшем, чему можно поклоняться. В Боге! Дядя Миша, а как же Христос? Он же к людям пришел и сам про себя все рассказал. Да, Иисус Христос был воплощенным Богом, истинный, и подтвердил, что сошел с небес чудесами, которые никто до него не творил, своим воскресением. Доказал, что Создатель мира готов умереть за свое творение, за людей, которые в него верят, лишь бы они жили, соблюдая заповеди. А люди не захотели? Ну, как ты сам помнишь, захотели не все. Кто-то отошел в сторону, а кто-то стал кричать: «Распни его!» А потом еще христиан преследовали. Да, а некоторые просто не поверили, что Иисус – Бог, Сын Божий. Да, это мы помним. Сложно было тогда поверить. И сейчас непросто. Кроме того, если поверишь, если пойдешь по пути к Богу, от многого придется отказываться, жизнь свою менять. И обратно уже не возвратишься к неверию. Ну, такое бывает, но это большой грех. Дядя Миша, а чтобы к Богу идти, что нужно? Верочка, да ты сама это знаешь. Всякие заповеди соблюдать, христианские. Да, еще быть таким кротким, смиренным, милостивым. Доктор, а ведь есть религии, которые были еще до Христа? Есть. Люди давно занимаются их изобретением. А есть совсем новенькие, как... Вот как у наших соседей. Ха, они в этих духовных поисках совсем заблудились. Ну, осуждать их не стоит. Если поиски этих людей искренние, если они действительно хотят найти истинного Бога, рано или поздно Господь обязательно им откроется. Точно, ведь Христос же сам сказал, что Он и есть истина. Я есть путь и истина и жизнь. И за эти слова умер на кресте. А потом воскрес. И все поняли, что он правду говорил. То есть еще не все пока. Ну, в общем, понятно. Спасибо вам, Михаил Гаврилович. Спасибо, до свидания. Пока, Алтайка. Всего вам доброго, ребята. Познаем мир с Верой и Фомой.